Не каждый из нас очень хорошо знает историю. Но есть такие люди, которые оставили большой след в истории, как, например, Михаил Кутузов. Так вот, внимание, знатоки, вопрос очень простой. Правда ли то, что Михаил Кутузов носил повязку на глазу после ранения? Ну а если ты не знаешь правильный ответ, то подписывайся на наш паблик по ссылке в шапке канала.